Простите. Как тебе рюкзак-то? Не трет, нигде не давит? Крепления не бренчат? А у меня тут для тебя подарок. Тихарь, помнишь? Пневматика. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать. Хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. А то не выстрел получится, пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я постарался. Так что, носись с честью. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить. Да, как горгулья налетела, Настя Мишку потеряла. А та, видно, решила, что живое. И унесла. Не переживай. Найдем мы твоего Мишку. А мы в Москве этих тварей... А если, frankly speaking, наверное, нет тут никакого НАТО. Один я. Потому что им тут совсем нечего делать. Может, это...
Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хуч мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово! Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу болеть начали? Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тута. Верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не приучают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни по чем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, меж прочим, бинокль видал. Не ясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Вон, видишь, мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он, нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да
вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Тут все логово мое. Вот так и живу. Материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь, полезного забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся. В общем, братка, у меня этот чемодан не только что для виду. Мозгов там девать некуда. Видишь, золотые, не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток. Я вот тут-то у деревенских махрой разлить успел, ну, пока они мне не турнули еще. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают. Вообще их, если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу, как уедали, сразу полные штаны. Ну а то судный день. Прибыл точно по расписанию. Так что тебе их, думаю, бояться нечего. А вот зверья, это другое дело. Взять хоть уродов этих. По одному они, тьфу, цеплёй перешибить. Вот стая — это совсем другой клинкор. Разозлил — делай ноги, пока живой. Я раз так нагорел, все барахло побросал. В одних штанах, считай, её удрал. Ну, а ты думал, они солнце ушлые, кирпичами бросаются. Тут запузырит. Ого-го. Ну, вообще, хуже всего люди. Бандиты тут обосновались недавно. Троим надо, хрен пойдет. На мост не лезут, в деревню тоже. Ждут чего. С ними лучше не связываться. У них разговор короткий. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Деревня говорит, как они тут засели, народец пропадать стал. На рыбалку там пойдут или на охоту.
эти антенны. Так, Артём, живо туда. И вообще, хватит клёваны щёлкать. Натовцы при полном параде не маршируют. Это не значит, что... Не нашлась, Аня? Только бы с Аней все хорошо было. Артём, ты дочь мою нашел? Отвечаю. Нет? А что ты тогда тут забыл? Бегом за ней!